Теперь житель 9-го микрорайона Максим Дмитриев не тратит по 4 часа ежедневно, добираясь на работу в Москву. У него появилось больше свободного времени на семью и детей. А все благодаря тому, что на Белорусской улице открылся новый офис МФЦ, в котором Максим работает универсальным специалистом. Должен уметь услышать, что хотят заявители, потому что иногда приходят пожилые люди, которые не совсем понимают, не могут сформулировать, какая им нужна услуга. Мы должны понять, помочь, проконсультировать. Соотношение опытных специалистов и новичков в офисе МФЦ, открывшемся в 9-м микрорайоне Одинцово, 50 на 50. Новые сотрудники, в основном это местные жители, прошли специальное обучение. Тренеры-преподаватели учили их не только грамотно оказывать услуги, но и правильно общаться, находить выход из непростых ситуаций. Организовано обучение сотрудников как в виде дистанционного обучения. У нас есть портал дистанционного обучения сотрудников, так и в виде очного обучения. Различные тренинги у нас проводятся, а также тестирование. Новый офис МФЦ на Белорусской улице отличается от тех, что открыли ранее в Лесном городке и Трехгорке, только площадью. Он самый большой. Все остальное сделано по единому стандарту, позволяющему заявителям получать любую услугу в комфортных условиях и максимально быстро. Применяем стандарты ко всем МФЦ, в том числе и к этому. Детский уголок, электронная очередь, ремонт по стандарту сделан, доступная среда. Открытие новых офисов МФЦ не только позволяет жителям получать государственные и муниципальные услуги рядом с домом, но и разгружает центральный офис на Можайском шоссе. А значит, это событие важно не только для жителей Трехгорки или, например, 9-го микрорайона, а для всех одинцовцев. Сокращаем время ожидания в очереди, и у нас уже значительные успехи в этом вопросе. Мы опустились ниже стандарта. Стандарт, я хочу напомнить, 12,5 минут ожидания. Мы по ноябрю показали результат уже 7 минут, и это время будет сокращаться. График работы нового офиса многофункционального центра на Белорусской улице в ТЦ «Манго» тот же, что и в центральном МФЦ на Можайском шоссе. С понедельника по субботу с 8 утра и до 8 вечера. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».